Приветствую всех поклонников спорта номер один. Мы приглашаем вас на Астраханский стадион Центральный, где сегодня Волгарь принимает футбольный клуб Краснодар-2. Футболисты появляются на газоне в сопровождении юных игроков Академии Волгаря из команды 2015 года рождения. Константин Юданов сегодня является главным арбитром встречи. Его ассистенты Виктор Медведев и Максим Каюмов. Вся бригада из Москвы. Ну и поехали. Так, в темной, ну давайте назовем черной форме Краснодар-2, в белый Волгарь. И состав играющих команд. Роман Сафронов защищает ворота краснодарской команды. Кстати, к Тачуку. Денис решил разыграть. Скидка хорошая. Делькин удар в касание. Ложатся футболисты Краснодара под мяч. И все-таки отбиваются. Боролся с двумя соперниками. Выиграл борьбу. Ходит в штрафную. Передача в центр. Удар по воротам. Штанга выручает Волгарь. А вот это было действительно жарко. Вот это было опасно. От Кутового. От Хромыкова, что молодцы. Очень хорошо. Ну, действительно, неплохо смотрится Краснодар 2. Заброс вперед на Артема Делькина. Делькин, правда, скинул неудачно. Забил. Хороший удар. Какая красота! Сейчас в воротах Волгаря. Это Данил Карпов. 21 номер. Очень эффектный гол. Такой шальной, не без элемента везения. Ну и Карпов мяч догнал и в касании бахнул. Кучугура. Входит он в штрафную. Передача в центр. Опасный момент. Кутовой. 2-0. Да какой, прошу прощения, 38-й оказался капитан Краснодара 2 на позиции центрального нападающего и удвоил преимущество своей команды. Вот здесь нет нарушения правил. Кутовой, перевод на левый фланг, там Самко. Самко, выход и передача на Кутового. Кутовой, а здесь то ли не попал передачу ему Самко, то ли пожадничал Кутовой. Сумасшедшая скорость у этого форварда. Передача в центр, удар по воротам, 3-0. 3-0 становится счет. Это Дмитрий Кучугура. Если я не ошибаюсь, для него в первой лиге это дебютный гол. За один матч Краснодар повторил свой результат за все 7 официальных игр с Волгарем. Хороший прострел, отличное открывание Кучугура и в противоход Олегу Смирнову. Пробил 94 номер Краснодара. А Бутенко и Разживин продолжили карьеру в Краснодаре. Хороший момент, может быть, у Волгаря. Передача в разрез, прострел и Сафронов. Кучугура теряет мяч. 94 номер Краснодара. Носов штрафной. Передача. Удар по воротам. Рикошет. Штанга уже за Краснодар выручает после удара Гелезидинова. Ну вот и красиво получилось. Но не забили. Гелезидинов. Рикошет и штанга. Царукян. Подача. До удара дело не доходит. И Юданов дает финальный свисток. Оглашая, что Краснодар 2 впервые побеждает в Астрахани. И одержит вторую крупную победу подряд. Краснодарцы уходят красиво.